Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами поговорим вновь о том событии, которое произошло в июле месяце этого года в Гамбурге, когда закрыли Голубую мечеть, вот этот вот исламский культурный центр, спонсировавшийся из Ирана напрямую в течение 30 с лишним лет. Помимо этого культурного центра были закрыты еще 5 таких же центров по всей территории Германии. Многие мусульмане при помощи различных средств массовой информации возмутились тем, что их лишили духовной пищи, они теперь не могут духовно нормально жить, они не могут духовно дышать. Естественно, власти Ирана возмутились тоже. Сказали, что это дискриминация, это нарушение религиозных прав человека. И немецкие власти вообще не понимают, чем они тут должны заниматься. Но позвольте немецким властям самим решать, чем им заниматься, а чем им не заниматься. Потому что совать нос в дела политики другой страны, внутренней политики, это, увы, признак дурного тона. Почему была закрыта эта мечеть? Потому что в течение 30 лет в этой мечети, в этом культурном центре готовили действительно радикальных исламистов, подрывников, людей, готовых в любой момент подняться против правительства для его свержения и устроить, скажем так, свой законы шариата, устроить свой халифат. И когда благодаря вот этому культурному центру, особенно в Гамбурге, стали постоянно проходить демонстрации в защиту Палестины с требованием создать халифат, власти решили положить этому конец. Но, что интересно, многие задаются вопросом, откуда же шли деньги, помимо того, что платил Иран вот этому вот культурному центру, откуда шли деньги всем вот этим вот исламистам и, скажем так, вот этой вот организации Хизбалла в Ливане. Вот как раз из этого культурного центра шли огромнейшие пожертвования. Есть задокументированные свидетельства в полиции о том, что действительно многие исламские центры религиозные, построенные в Германии, и ведущие, как бы, скажем так, свое духовное развитие мусульманского населения, напрямую спонсировали своими пожертвованиями организацию Хамас и организацию Хизбалла. Вот вам один из ответов на тот вопрос, откуда берутся деньги на оружие вот у этих террористических организаций. Кто-то сейчас может сказать, что Хамас – это армия защиты, кто-то скажет, что Хизбалла – это совсем не то, что мы думаем, а это совсем наоборот. Это защитники, это герои и так далее. Пусть они будут героями в своей стране, в пределах своих границ. Пусть они будут там. Но когда они с оружием в руках идут против другого государства, то это уже не герои, это уже захватчики. Мы с вами сейчас имеем хороший пример здесь, на материке, в Восточной Европе. Конфликт между Россией и Украиной. Точно такое же можно сказать и о вот этой вот организации Хизбалла, которая просто-напросто спит и видит, когда они уничтожат Израиль и, наконец, получат возможность топтать Аравийский полуостров и дальше. Но что интересно, Арабские Эмираты отнекиваются от того, чтобы давать пожертвования вот этим террористическим организациям. Почему? Может быть, все-таки потому, что это связано с их внешней политикой, вот этих вот арабских шейхов. Они не хотят ввязываться в такие конфликтные ситуации, связанные с мировой политикой. У них есть свои взгляды на происходящее, у них есть свои интересы в том регионе, но они никогда никого из своих вот таких вот, скажем так, экономических партнеров или соседних стран не подстрекали на войну друг против друга. Что не скажешь о Иране? Иран — это вообще великая мусульманская страна, которая готова стереть с лица абсолютно всех,
кто не согласен с их высказываниями, с их религией. Вот, кстати, анекдот из, сейчас я вам скажу, анекдот из начала 80-х годов. Вдумайтесь просто, вот, кто был тогда зачинщиком всех вот этих вот войн на Ближнем Востоке. Звонит аятолла Хаменеи в КГБ и говорит: слушайте, товарищи, ну не могу я уже с этими бородачами. Ну тут, во-первых, жара, постоянно хожу в этом халате, в этом банном, в чалбе. Ну я устал, ну мне так хочется уже посмотреть, ну на березки, ну елки, ну сколько же можно мне еще тут жить? А ему полковник КГБ и говорит: ну, товарищ Хоменко, ну потерпите еще лет 10, ну найдем мы вам замену, потом вернетесь обратно домой в Рязанскую область, а ваш сменщик уже будет там. А аятолла Хаменеи говорит дальше: я не могу, вы понимаете, я уже устал, я хочу просто покушать сало и выпить рюмочку водки. Здесь же я не могу, здесь за мной постоянно все следят и считают меня духовным лидером страны. Ну, поймите же, ну войдите в мое положение. А этот полковник ему и дальше говорит: ну, товарищ Хоменко, войдите в наше положение. Мы сейчас еще не успели подготовить вам сменщика. Вот когда подготовим, тогда и отправим. Ну, посмотрите, вот на Кубе, вон Федька Костров, вот он уже 30 лет правит и ничего. Это политический анекдот из времен Советского Союза, за который можно было сразу попасть на 15 лет. И его рассказывали очень и очень тихонечко. То есть Советский Союз тогда поддерживал Иран, Россия, наследница Советского Союза, сегодня поддерживает Иран, помогает развивать ему свою атомную программу, помогает вооружением, Иран помогает России вооружением. Но правительство России, блин, не понимает того, что мусульмане никогда не станут друзьями христиан. Они постараются затоптать их под себя, этих христиан, чтобы те уже не смогли рыпнуться. Это идет какая-то просто молчаливая, медленная экспансия, в результате которой потом может случиться так, что российские власти даже никогда не заметят, елки-палки, а где же мы свернули-то не так. Это говорю я о том, что какая вот связь между Ираном и Россией, и говорю о том, что все вот эти вот спонсорские поддержки, кто кого поддержит, в каком военном конфликте. Но когда здесь закрыли вот эту вот мечеть, вот этот вот исламский центр, голубая мечеть, многие, даже христиане, особенно вот эти вот левые и зеленые, возмутились по поводу этого. Как так? Вы не имеете права, у людей есть свобода выбора, они имеют право исповедовать всю религию так, как хотят. Пожалуйста, но то делайте это дома. Делайте это дома. Или собирайтесь в кружок у костра со своей любимой, дрожайшей этой Холоймирией Махюбш, немкой по происхождению, мусульманкой по голове, и празднуйте с ней вокруг костра развитие халифата, а мы на вас посмотрим со стороны. Ай, елки-палки, вы знаете, иногда бывает такой момент, когда просто-напросто отказываешься понимать то, что происходит вокруг тебя. И если вот эта вот Хизбалла напала на Израиль, они начали в течение уже скольких-то месяцев бомбить ракетами и обстреливать северные территории Израиля, средства массовой информации в Европе проходили по этой теме как-то вскользь. Ничего не говорили. Но когда Израиль на массированный ракетный удар ответил контрударом, тут же средства массовой информации начали кричать: ой-ой-ой, Израиль напал на Ливан, ой-ой-ой. И начали показывать картинки разбитых домов, взорванных улиц и так далее. Где же вы были раньше, когда эта Хизбалла бомбила Израиль в течение, по-моему, 10 месяцев, да? Но когда немецкие власти закрыли вот эти центры, из которых шла спонсорская поддержка Хамаса и Хизбаллы, тут же многие религиозные деятели ислама начали возмущаться против немецкого правительства. На каком основании? Мол, почему? А потому что ваши религиозные центры подготавливают и подготавливали здесь, в Германии, радикальных исламистов, бегающих до сих пор с ножами по улицам и пугающих местное население.
кричащих свои идиотские лозунги на демонстрациях, когда они выходят в защиту типа Палестины, за создание государства халифат, за очищение земли от всех неверных. Полиция просто смотрит на это и ждет сигнала. Как только в государстве у власти сменится действительно рулевой, нормальный придет к власти, он даст команду, и тогда все эти демонстрации просто-напросто сойдут на нет. Их разгонят всех как тараканов. Ну, пока же у нас такое правительство, вот и демонстрации такие бегают. То 15 августа, когда Талибан праздновал свое трехлетие у власти, в городе Франкфурт на Майне вышла огромнейшая толпа афганцев на демонстрацию против Талибана с требованием свергнуть Талибана, ввести войска в Афганистан, начать войну, чтобы освободить Афганистан. Ребятушки, вы в своем уме? Вы бежали оттуда от войны. Сейчас Талибан приглашает вас обратно на то, чтобы восстанавливать страну как экономически, так и социально. А вы требуете, чтобы Германия ввела войска в Афганистан. Хотите воевать? Возвращайтесь домой и воюйте сами против своего Талибана. За 200 с лишним лет современной цивилизации, скажем так, на территории Афганистана побывали многие европейские страны в качестве захватчиков. И ни одна страна не смогла победить Афганистан. Заметьте, ни одна, ни Англия, ни Германия, ни Советский Союз, ни блок НАТО, никто в течение вот 200 лет современной истории не победил Афганистан. Так зачем воевать тогда с этим Афганистаном? В принципе, зачем с ним воевать? Но и спонсорских денег на развитие различных исламистских организаций тоже нежелательно бы давать. Понимаете, о чем я говорю? Нежелательно все это давать. Тем более, когда идет открытая пропаганда ненависти к неверным, ненависти ко всему христианскому. Вопрос в следующем. Зачем же вы тогда просили, чтобы вам создавали ваши религиозно-культурные центры на территории христианского государства, если вы априори ненавидите христиан, ненавидите это христианское государство и готовы его уничтожить? Что же вы вплелись как пиявки, как тараканы в это государство для того, чтобы изнутри его разложить? Да фиг у вас, что получится. Элементарно. Это просто-напросто дикие люди, которые ведомы как овцы на заклание. Если их духовный лидер кричит, что нужно делать так, потому что закон шариата сказал, они делают, потому что их духовный лидер сказал. Многие вот эти вот боевики Хамас и боевики Хизбалла, они абсолютно безграмотные. Они прошли минимальное школьное обучение, научились только читать и чуть-чуть писать. Все остальные знания они получают от своих духовных лидеров в мечетях, в культурных центрах. Вот вам и результат того, что мы видим на улицах. Когда вот эти вот граждане-мусульмане, приехавшие сюда из той же Сирии, из Ливана, из Афганистана, бегают, кричат какую-то ерунду и не понимают того, где они находятся, и не понимают, что здесь так себя вести нельзя. Потому что это совершенно другая страна, совершенно другой менталитет. Но когда закрывают их культурный, скажем так, в кавычках, центр, они начинают обижаться на то, что христиане плохие, они поступили с ними плохо. То есть, когда им в этом культурном центре говорили, идите и уничтожайте неверных, идите уничтожайте вот это, вот это, вот это было хорошо. Это было хорошо. Марокканские детки, которые приехали сюда, детки в возрасте 10, 12, 13 лет, в сопровождении знакомых взрослых, промышляют преступлениями на улицах крупных городов. Дети сколачивают вокруг себя банды и бомбят прохожих, срывая с них часы, срывая с них цепочки, воруя сотовые телефоны. А организация «Югентант» и многие гуманитарные организации становятся на защиту этих малолетних преступников и говорят, с ними нужно разговаривать. Так разговаривайте. Какого черта вы их пригласили сюда?
чтобы они вот здесь вот так вели себя, как животные, разговаривайте с ними. Учите их вести себя в цивилизованном обществе, соответственно законам и традициям этого общества, а не приносить с собой свои дикие африканские законы. Я не имею в виду всех. Нет. Но конкретно вот этих вот преступников, малолетних и совершеннолетних. Этих, да. Такие преступления надо пресекать. И, естественно, закрывать, на корню уничтожать такие культурные центры, которые поощряют все эти преступления. Они поощряют пока эти преступления. А из этих малых преступников вырастают террористы, которые потом берут в руки оружие и идут убивать соседние государства. Прежде чем комментировать это видео, подумайте над всем, что я вам сказал. Переосмыслите что-нибудь. Посмотрите на это со стороны, не со своей позиции, как вот вы вот противник, допустим, одного или чего-то другого. Вы посмотрите на это с двух позиций. Со стороны, скажем так, нападающего и со стороны обороняющегося. Сопоставьте разные факты и потом уже, сделав выводы, пишите комментарии. Да, и не забудьте, если кто желает стать спонсором нашего канала, пожалуйста, у нас под каждым видео ссылки на ресурсы с донатами. Мы всегда будем рады вашим пожертвованиям. Мы, конечно, не мусульмане, но тоже будем рады вашим пожертвованиям. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, нажать на колокольчик, поставить лайк. И всем удачи. Пока.